Всем доброго времени суток, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Саша, я занимаюсь заработком в интернете и своим опытом делюсь на этом канале. Это видео будет называться так: «Как заработать какую-то сумму за какое-то количество времени». Я еще не знаю, какая сумма у меня получится, за какое количество времени, потому что я сейчас хочу прямо при вас сесть, вот в режиме реального времени заработать и посмотреть, сколько у меня получится. Сколько заработаю, столько в названии будет, поэтому вы уже знаете, как получилось. Я в интернете зарабатываю уже более 4 лет, имею в этом огромнейший опыт. Вот, собственно, сейчас покажу вам способ, на котором я зарабатываю сегодня. Сегодня у нас 7 декабря 2023 года. Вот, я на этом способе зарабатываю уже с июля, то есть почти 5 месяцев, и он прекрасно работает, как швейцарские часики. Главное это понимать, как с этим всем работать, как действовать. Эту всю информацию я вам сейчас покажу. Ваша задача, если вы интересуетесь этой темой вообще, то смотрите внимательно, от начала до конца, ничего не перематывайте, потому что я все разжую, прям вот очень подробно буду объяснять, чтобы все поняли, и после просмотра смогли пойти, повторить и точно так же начать зарабатывать. С вас попрошу лайк, подписаться, если вам интересно, и самое главное, смотрите внимательно, потому что сейчас будет магия. Погнали! Так, смотрите, ребят, я в этом видео все буду делать со своего ноутбука, потому что в основном я работаю с ноутбука. Но также, например, если у вас нет компьютера, у вас только телефон есть, то с телефона тоже можно зарабатывать. Я, например, когда дома работаю с ноутбука, когда там где-то в ресторане или куда-то вышел, с телефона работаю. То есть разницы нет абсолютно никакой. Главное, это ваше желание и, собственно, действия везде одинаковые. У меня есть специальная табличка, в которой я все подробно расписал для вас, чтобы информация лучше наглядно выяснялась. Для заработка нам потребуется только два сайта, и все. То есть давайте начнем с того, что найдем эти сайты. Первый сайт – это у нас брокер, на нем мы будем зарабатывать деньги. Второй сайт – это сайт аналитический, называется он инвестинг. На нем мы зарабатывать не будем, он нам нужен только для информации. Поэтому вот инвестинг я уже нашел. Чтобы его найти, просто в поиске вбивайте вот так investing.com и переходите на данный сайт. Вот, изначально он будет на английском языке, поэтому можете поменять здесь на русский, чтобы было удобно. В принципе, все. Регистрироваться или нет, это по желанию, как хотите. Наша задача просто его найти, и все. Теперь можно возвращаться в табличку. И второй момент – это брокер. Смотрите, насчет брокера ситуация немножко другая. Например, если инвестинг сайт, он такой один, ему нет замены никакой, то брокеров несколько. Можете работать каким захотите. Я лишь могу, дабы предостеречь вопросы, которые по-любому будут мне прилетать, с каким брокером работаю я, покажу вам брокера, с которым работаю я. Чтобы найти его, также переходим в браузер, в поисковике, вбиваем bit.ly/bull.na. Вот и переходим на этого брокера. Он называется Binarium, он работает уже более 12 лет. У него все четко, вот я лично через него вывел уже более, почти точнее, 7,5 миллионов рублей. У меня есть телеграм-канал еще, в нем 5341 подписчик, из которых, во-первых, большинство работает, ребята. Во-вторых, большинство работает именно с этим брокером, поэтому он реально крутой, могу его посоветовать. Еще есть офигенная тема, смотрите, во-первых, под видео я вам закрепленный комментарий оставил ссылку. Во-вторых, есть промокод NYR100. Если этот промокод ввести при регистрации, то ваше первое пополнение в качестве приветственного бонуса от брокера для новых трейдеров удвоится. Я так уверенно говорю, потому что я сам его использовал в самом начале. Я когда начинал, пополнял на 5000 рублей, и вместо 5000 на балансе у меня стало 10 тысяч. Собственно, и с этих 10 тысяч я стартанул, начал работать, и имею уже вот такие результаты. На балансе у меня сейчас 1 294 000. Вот, но это не все, я вывел уже 7,5 миллионов, как бы, поэтому цифра здесь очень интересная. Все, в принципе, к работе мы готовы. Что мы имеем? Получается, у нас сейчас есть два сайта. Первый сайт – это брокер, на нем мы будем зарабатывать деньги. Второй сайт – инвестинг. Наша задача – понять, как эти два сайта в связке работают. Это я вам сейчас покажу, потому что они как реально две шестеренки, друг без друга, точнее, друг с другом, если их соединить, то работают просто идеально. Сейчас покажу. Я, кстати, сегодня уже с утра успел открыть две сделочки и заработал с них 20 400 рублей просто за 2 минуты, видите, проснулся и решил открыть его. Двадцаточку с утра заработал. Вот, давайте покажу. Получается, что нам нужно понять дальше. Как пополнить баланс, давайте покажу на брокере. Пополняется баланс очень просто. Картой, там, СБП, кошельком, криптой, как хотите, пополняйте. Вот здесь много доступных способов. И потом также на все эти способы можно выводить. Это займет у вас тут буквально, там, не знаю, 2 минуты. И все, в принципе, дальше уже можно переходить к делу. Понять... Нужно, точнее, понять, куда, что, как нажимать. Смотрите, вот есть три основных действия, которые нужно запомнить и с которыми мы будем работать. Первое. Нужно научиться выбирать актив, с которым мы будем работать. От этого шага зависит 70% успеха, потому что правильно выбранный актив – это, короче, это очень важно. Вот, дальше. Второй шаг. Нужно просто запомнить, что сделки мы открываем на 1-2% от баланса. И третье. Нужно научиться перекрываться удвоениями, чтобы возвращать потерянные вложения. Давайте поэтапно, чтобы информация у вас хорошо усвоилась, по каждому из этих пунктов по шажкам я пробегусь. Начнем с первого. Как выбрать актив? Для этого переходим на брокера. Вообще, как устроен брокер? Может быть, кто-то впервые столкнулся, давайте расскажу. Смотрите, во-первых, я сам не трейдер, если что, не переживайте, если вы вдруг тоже впервые увидели. Здесь не нужно разбираться в трейдинге, это способ, который я вам покажу, поймет каждый. Поэтому, если что, не переживайте.
Брокер — это платформа, на которой есть список различных активов, с которыми можно работать. Например, вот у меня сейчас открыта валютная пара NSD-GPI. Это у нас новозеландский доллар, по-моему, японская иена. Вот, и передо мной цена этой валютной пары в виде графика. И она постоянно у нас, видите, цена то падает, то растет, как бы рыночные нормальные как бы взаимоотношения. Вот, и если я сейчас открою сделку на 12 тысяч рублей на повышение, то есть сделаю свой прогноз, что цена вырастет, как бы, вот, делаю, так скажем, свой прогноз. Если я угадаю, то я заработаю 22 200 рублей, из которых чистыми будет вот это минус это 10 200 рублей с одной сделки. Хотя сделка длится одну, максимум 2 минуты. Вот здесь, поэтому я думаю, сейчас на этом моменте, чтобы вы поняли, что деньги здесь очень интересно водятся. Ну хотя, я думаю, вы по моей табличке уже поняли, что здесь деньги интересно водятся. Поэтому все объяснил. Давайте переходим к делу, как правильно выбрать актив, с которым мы будем работать. В левом верхнем углу, вот здесь на брокере, выбираем, переходим в список всех доступных к торговле активов. Что мы здесь с вами видим? Здесь написано экспирация 1-5 минут и 5 плюс минут, два столбика, да, вот левый столбик и правый столбик. Мы с вами будем работать только на левом столбике, только на краткосрочных сделках 1-5 минут. Поэтому наша задача про правый столбик вообще забыть и смотреть на левый столбик. И в левом столбике выбираем самую доходную валютную пару. Идем просто сверху вниз и выбираем. Вот. В данном случае евро-доллар дает доходность 8,7%, поэтому это самая доходная валютная пара. Я перехожу в нее. И теперь моя задача найти эту валютную пару на инвестинге. Чтобы это сделать, я перехожу на инвестинг и в поиске вбиваю EUR/USD. Точно так же, как здесь написано. Перехожу в эту валютную пару. Все, сейчас у меня подгрузится. Все, теперь я спускаюсь немножко вниз и спускаюсь, точнее, нахожу вот здесь кнопку теханализ. Жму на нее и снова спускаюсь немножко вниз, и здесь нужно нажать 1 минута. Все, что мы здесь с вами видим? Здесь написано резюме активно продавать. Что это означает? Во-первых, давайте я сейчас открою сделку на понижение. Во-вторых, буду объяснять. Резюме — это у нас простым человеческим языком прогноз от инвестинга. То есть инвестинг нам выдает прогноз по данной валютной паре евро-доллар. На отрезке 1 минута он предполагает, дают свой анализ и пишет, что активно продавай. Чувак, продавай, цена сейчас будет падать, нужно открывать сделки на понижение. Вот, поэтому я открыл сделку на понижение. Остается 5 секунд подождать. Эта девочка сейчас, скорее всего, может не зайти. И сейчас я объясню, почему так произошло и что делать в такой ситуации. Вот, давайте пока что я закончу первый пункт. Резюме активно продавать, да, то есть это, запомните просто, что резюме — это прогноз. В резюме может быть написано 5 разных вообще надписей. Вот сейчас, например, активно продавать, потом активно покупать может быть написано, продавать, покупать и нейтрально. 5 разных надписей. Вот видите, нейтрально, активно покупать. Но я вам, в принципе, сейчас повставляю эти скриншоты. Вот так это все выглядит. Мы работаем только тогда, когда в резюме у нас написано либо активно продавать, либо активно покупать. Это самые уверенные, самые проходимые прогнозы. По моей статистике, из 10 таких сделок 6-8 верные. То есть это очень-очень хорошее число. И наша задача просто повторять резюме. А вот видите, нет, показалось. Наша задача просто повторять эти резюме. Вот в данном случае я открыл сделку на 12 тысяч рублей и чуть-чуть не пошло, так скажем, и сделка не зашла. Поэтому я открыл следующую сделку на 24 тысячи рублей, чтобы перекрыться. Она тоже сейчас может не зайти. Ничего страшного в этом нет. Поэтому я буду открывать следующую сделку на сумму 48 тысяч рублей. И сейчас объясню, почему так происходит. Первый пункт, в принципе, я вам объяснил. Давайте его зелененьким закрасим, чтобы считать его объясненным. Давайте еще раз пробегусь, потому что может быть что-то непонятно. Правильно выбираем актив на брокере. Находим этот актив на инвестинге. Смотрим, чтобы у него в теханализе на одной минуте было написано либо активно покупать, либо активно продавать. И открываем сделку в соответствии с теханализом. Если у нас красный шрифт активно продавать, открываем сделку на понижение. Если у нас зеленый шрифт активно покупать, то открываем сделку на повышение. Вот так. Обязательно на одной минуте. Все. Первый пункт на этом закончен. Дальше. Сделки мы открываем на 1-2% от баланса. Здесь просто нужно запомнить. Вот у меня на балансе было 1 270 000, по-моему. 1% от этой суммы равно 12 тысяч рублей. Собственно, поэтому я 12 тысяч рублей открыл сделку, потому что 1%. Это нужно вам просто элементарно в рамках финансовой грамотности, чтобы у нас всегда были деньги на балансе для перекрытий. Потому что, как вы видите, вот только что при вас две сделки не зашло, такое бывает. И сейчас я объясню, почему и что с этим делать. Вот сделка на 48 тысяч рублей у меня зашла. И итого, давайте посчитаем мою чистую прибыль. 89 760 минус потерянные 36 тысяч рублей. И минус 48 тысяч еще вот эти вложенные. Получается 5760 рублей я имею уже плюса за это видео. На этом я останавливаться не буду, конечно же. Давайте продолжим. Посмотрим, что у нас написано. Активно продавать до сих пор. Открываю сделку на понижение. Продолжу объяснять.
Вот, 1% от баланса. Это нужно просто, да, как еще раз повторюсь, из-за финансовой грамотности, чтобы у нас всегда были деньги на балансе для перекрытий. Вот. А про что такое перекрытие, я сейчас объясню вот третий пункт. Смотрите, перекрытия нам нужны только в тех случаях, когда сделки не заходят. К примеру, вот у меня сейчас была ситуация, что у меня не зашла сделка на 12 тысяч рублей. И следующую свою сделку я открыл на сумму 12 тысяч умножить на 2, в 2 раза больше, грубо говоря, на сумму 24 тысячи рублей. Это я сделал для того, чтобы вернуть свои потерянные деньги. Потому что вот бывает такое, что вот сейчас снова сделка не зашла. График какой-то очень волатильный, видимо. И сейчас может быть даже такое, что резюме поменяется. И здесь уже будет не активно продавать, а что-нибудь другое. Ну ничего страшного, это наоборот хорошо, что сейчас так происходит. Я наоборот при вас, так скажем, покажу, как это все работает, перекрытие и как с этим всем действовать. Так вот, если сделка у нас не заходит на 1-2% от баланса, то мы вынуждены перекрываться для того, чтобы возвращать свои потерянные деньги. Потому что мы сюда пришли, чтобы зарабатывать, а не чтобы сливать, естественно. Поэтому я надеюсь, что вы тоже здесь все настроены зарабатывать. И я объясняю, как правильно делать. Вот, сделка на 24 тысячи, если бы зашла, то я бы с нее получил вот 44 880 и вернул бы свои потерянные 12 тысяч, еще в плюсе осталось. Но поскольку она у меня тоже не зашла, я был вынужден открывать следующую сделку снова на сумму в 2 раза больше для того, чтобы вернуть свои потерянные уже 36 тысяч рублей. Вот так это выглядит. То есть сделки на удвоение мы открываем только для того, чтобы вернуть свои потерянные деньги. Зарабатываем мы только на сделках на 1%. Это важно запомнить. Вот так, все, остается 1 секунда. Вуаля, эта сделочка тоже зашла. Итого я с нее получил 20 880 рублей чистыми. С учетом потерянных 12 тысяч, 8 880 рублей с нее чистыми получил. С учетом тех 570, ой, 5 700, я заработал уже где-то в районе 14 тысяч рублей. Давайте открою еще одну сделочку. Можно уже, в принципе, что у нас тут написано. А вот видите, уже поменялось на нейтрально, как я и говорил. Давайте теперь найдем другую валютную пару. Следующая, это евро-канадский доллар по доходности идет. Поэтому я выбираю ее. Нахожу также на инвестинге EUR/CAD, евро-канадский доллар. Так, спускаюсь вниз, теханализ. Вот так выглядит процесс работы, ребят. Находим нужную валютную пару. Вот, здесь тоже активно продавать. Открываем сделку в соответствии с теханализом, зарабатываем. Если не зарабатываем, перекрываемся, возвращаем потерянные деньги, потом открываем еще и зарабатываем. Вот так это все выглядит. Вот у меня здесь есть примеры перекрытий в табличке. Посмотрите. Ой, зачем я этого делал? Так, нужно так сделать. Просто посмотрите, мне нужно вот это выделить, потому что третий пункт я тоже объяснил. Вот, в принципе, что, нам, давайте подытожим. Два сайта для заработка нужны, получается. Находим эти сайты, правильно с ними работаем, как я вам объяснил, и каждый день повторяем. И все, вот так вот выглядит моя рутина сейчас, так скажем. Каждый день я так работаю, каждый день я так зарабатываю, могу показать вам свои результаты. Вот смотрите, с 1 августа я веду свою табличку, получается, сегодня у нас 7 декабря. За декабрь я заработал пока что за 7 дней уже 355 тысяч рублей. Цель у меня стоит 2 миллиона 200, потому что за ноябрь, например, я заработал 2,095. Вот, я каждую циферку могу подтвердить, потому что все-все у меня есть в телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм, потому что ссылка, ой, фу, потому что здесь вы можете пообщаться лично со мной, задать абсолютно любой вопрос. Вот я в свободное время со всеми общаюсь, всем подсказываю, помогаю. Здесь я скидываю свои результаты, ваши результаты, никому ничего не продаю, никому ничего не впариваю. Я скидываю, вот самое прикольное, что ваши результаты, такие же люди, как вы, пишут мне. Я стараюсь все результаты скидывать, чтобы вы смотрели, мотивировались и понимали вообще, сколько у кого чего получается. Так, эта сделка у меня не зашла. Перекрываемся. Вот. Поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылка также под видео, в закрепленном комментарии. Все есть. Давайте. Я должен уже закрыть эту сделочку сейчас. И на это видео буду заканчивать, чтобы слишком сильно вас не перезагружать. В принципе, видео получается очень крутое. Я вам показал все. Объяснил, как правильно открывать сделки. Как правильно перекрываться. Все на практике показал. Заработал. Сейчас еще вот осталось только перекрыться. И, в принципе, на этом уже можно со спокойной душой видео заканчивать. Что у нас тут написано? Активно продавать? Да, активно продавать. Поэтому подождем, посмотрим. Давайте я сейчас немножко видео ускорю, чтобы... Так, перекрываюсь дальше на 48 тысяч рублей, потому что сделка на 24 тысячи у меня не зашла. Видите, ситуация повторяется точно так же, как и здесь. 12 тысяч, 24 тысячи, следующая моя сделка на 48 тысяч. И она, скорее всего, сейчас зайдет, либо же, если не зайдет, то я буду открывать следующую сделку на сумму 96 тысяч рублей. Сразу скажу, ребят, не бойтесь, что цифры такие большие, у меня на балансе все-таки 1 300 000 рублей, поэтому для меня это вообще уже просто как, так скажем, ну, рутина. Мне абсолютно не парят эти цифры. Поначалу, да, было стремновато, но сейчас уже спокойно. Потому что если бы у меня на балансе сейчас было, например, 12 тысяч рублей, а не 1 200 000, то я бы открывал сделку сейчас всего лишь только на сколько? На 480 рублей. То есть вообще ничего страшного в этом нет. Все спокойненько, все это работает, все это перекрывается. Главное все делать правильно.
Вот остается подождать 17 секунд. График сейчас тоже здесь очень волатильный. Видите, туда-сюда его колбасит. Возможно, сейчас здесь тоже поменяется у нас резюме и будет уже не активно продавать, а что-то другое. Вот, ну тогда ничего страшного, я выберу другую валютную пару и продолжу работать по ней. Остается подождать 4 секунды, все, график полетел вниз. Итого, на базу, пожалуйста. Да, 89 760. То есть на балансе у меня уже 1 314 910 рублей. Давайте посчитаем мою чистую прибыль за это видео. Грубо говоря, 48 плюс 36 равно... Так, нет, 36 плюс 48 равно 84 тысячи минус 89... 700, неправильно, 8, так, 89 760 минус 84 тысячи, 5760 плюс еще столько же у меня было до этого, 5760, получается отсюда я забрал 8880, вот 20 400 рублей чистая прибыль моя за это видео, 20 400 рублей, ребят, прикиньте, а прошло сколько, я не знаю, 12-23, 12-15, то есть 7 минут, 20 тысяч рублей, вот, хотя до этого я за 2 минуты заработал 20 тысяч рублей, то есть всегда по-разному, видите, бывает, но самое главное, что это работает, вот так вот можно зарабатывать. Я вот за 4 месяца дошел уже до таких результатов, хотя начинал с 10 тысяч рублей, самое главное, это ваше желание. Вот, в принципе, дальше насчет вывода показываю. Чтобы здесь выводить деньги, нужно верифицировать ваш аккаунт, чтобы у вас был только один аккаунт, это брокеру очень важно и нужно, но это делается прям буквально 1-3 минуты, нужно загрузить вашу фотографию паспорта и все. Ну вот я когда загружал, у меня заняло там 3 минуты. Дальше спокойно выводите через кассу, вывести средства, выводите куда хотите, на карту, там, на кошельки ваши, на Киви, не знаю, куда угодно. Я вывожу лично на крипту, поэтому пользуюсь криптой. Чтобы вывести здесь в крипту, нужно ввести кошелек, сумму и вывести. Чтобы вывести на карту, надо будет ввести номер карты, точно так же и вывести. Выводы здесь работают прекрасно, все четко, никаких проблем нет. Поэтому, собственно, пользуйтесь, зарабатывайте. Надеюсь, был для вас полезен. Надеюсь, все объяснил. Надеюсь, все поняли. А если вдруг непонятно, посмотрите мои другие видео на YouTube и переходите в мой Telegram, подписывайтесь. Я вам помогу, подскажу и объясню. Вот. Спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видео. Ставьте лайки. Всего доброго.